А перед началом ролика обязательно зайди в мой магазин и купи офигенную игрушку по супер низким ценам. GTA 5, CSGO, Евротрак Симулятор, Спинтарас, BMG, все, что ты любишь по очень низким ценам. Тем более, что сейчас действует акция, так что не упусти свой шанс и купи игру реально за копейки. Ссылочка в описании. Всем привет, ребят, с вами Механик. Сегодня у нас GTA 4 Криминальная Россия, и я сегодня поиграю водителем автобуса. Куда ты лезешь на своем Мерседесе, а? Не видишь, что ли, у меня автобус? Блин, совсем сумасшедшие люди. Непонятно, куда лезут. Короче, буду ездить по маршруту, сажать людей. Ну, все как полагается. Ух ты, какой офигенный автобус. Вон там, надо было вот такой брать, Луазик. Или как он там называется? Лиаз, Луаз, как-то так он называется. Икарус. Ну, в принципе, у меня... А у меня тоже Луаз. А я думал, у меня Мерседес, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, авария, 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 авария. Так, что-то я не понял. Это же в меня полиция врезалась. Уйди, братан, уйди, братан! Почему за мной полиция? Ведь они в меня врезались. Что за бред? Я стал законопослушным гражданином, ребят, и решил все-таки поработать водителем автобуса. Ну, по-моему, это достойная такая работа, очень... Очень ответственно перевозить людей, это все-таки... Хотя, увидите, у меня пассажиров нет в автобусе, потому что никто особо... Никто не хочет ездить со мной на самом деле. Блин. Это что за дичь вообще? Зачем они врезались в свою машину? В мой автобус они врезаются и врезаются. Просто никто ездить особо здесь не умеет. Ну ладно, ничего. Это же автобус, в принципе, что ему будет? Его можно покрасить кисточкой и нормально, будет опять как новый. Так. Тихо-тихо, тормози, 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 фух. Вот этот мент, он постоянно меня здесь доканывает. Зачем он тут встал? Я не понимаю, ребят. Чё ему тут вообще надо? Так. Холмогоры, холмогоры, холмогоры. Едем мы туда на автобусе. Блин, что-то не в рифму получилось, но это ладно. Это все мелочь. Короче, автобус, в принципе, едет неплохо. Во, пассажиры, кажется. Давай, братан, садись. Нет, что-то он убежал. Ну ладно. Не хочет, как хочет. Тогда едем до следующей остановки. Сейчас кого-нибудь мы точно посадим в автобус. Если не захотят сами залезать, то мы их силой заставим туда залезть. Автобус болтает просто нереально. Он хоть и тяжелый и большой, но все равно его болтает вот на этих... плитах очень серьезно. Так, давайте не тормозите только, пацаны, не тормозите, не тормозите, блин. Чуть не впилился я в Мерседес и впилился все-таки. Ну, что сделаешь, ребят, не умею я ездить на больших машинах, тем более по таким вот пробинам непонятным, достаточно тяжело мне выруливать, я пытаюсь как могу. И торможу, и газую, все как надо делаю. Вот что он встал здесь? Ну что ты встал-то? Вот видишь, у меня автобус может застрять так реально. Да езжай ты, говна кусок, понакупают свои развалюхи вот эти и ездить не умеют. Иди отсюда вообще с дороги, пошел вон. И что, она буксует там, Волга, что ли, подняться не может? Да, кстати, у меня тоже автобус буксует и подняться не может. А они здесь, понимаете, они просто стоят как тупицы какие-то. Так, ну чё, я застрял, кажется. А, впереди Волга просто, все понял. Чё у нее с передними колесами? Почему у нее передние колеса? Почему он на дисках? У нее лопнули колеса, пока он пытался подняться, что ли, или чё? Ладно. Немного дрифта. Тут, как видите, опять авария произошла. Ну, это ничего страшного. Здесь постоянно какие-то аварии происходят. Гололеда нет, но аварии происходят постоянно и стабильно. Так, давай, 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 вот, вот, вот так вот, красавчик, прошел. Так, немножечко подвинули мотоциклиста. Ой, вот здесь будет сейчас жопа, блин! Господи, боже ты мой, всех расхерачил! Офигеть, просто убийца, убийца, маньяк на автобусе. Ребят, это жесть какая-то. Слушайте, он поднялся здесь вообще на изи. Я думал, что он здесь будет прям стоять долго и пытаться подняться, а он раз такой выехал. Автобус немножко сносит.
Все-таки масса огромная у нее. Куда ты прешь-то, а? Кое-как вырулил. О, кабанчик как у меня. Кто-то говорит, поставь СГУ на кабанчик. Но я вместо этого влетел просто в пенек. Не знаю, получится ли у меня, нет. Это все-таки денег стоит, а я решил жить честно. И теперь вот работаю водителем автобуса. На самом деле автобус я украл. Ну вот, потому что купить я его не могу. И на работу меня никто не возьмет. У меня нет прав в нужной категории. Поэтому я его просто украл. И все. Работаю теперь водителем автобуса. Но что-то пассажиры ко мне боятся садиться. Я не знаю, может, что автобус у меня разбит. Или еще почему-то. Не понимаю. Не понимаю, что их не устраивает в моем прекрасном автобусе. Бочком, бочком, бочком. Блин. Короче, главное не тормозить вот в таких моментах, потому что потом проблем не оберешься. Они начнут вызывать полицию, выяснять, кто ты и чей ты. Пацаны, я как будто на Марк 2 намотался на столб. Только в данном случае это был не Марк 2 и не столб. Но, в принципе, принцип один и тот же. Так, так, и как же мне вот сюда сейчас повернуть? Тормозов просто нет, ребят. Просто тормозов нету. Тихо, тихо, тихо. Да успокойтесь вы, что вы тут делаете? Ты что, на Ниваторе на своем гонишь, что ли, совсем, а? Сейчас я тебе дам. Блин, опять сраные копы. Черт возьми. Да отвалите вы от меня. Так, сейчас немножечко забортую их. Вот так вот. Вот теперь нормально. Или нет? Не, я что-то думал, что у них машина перевернулась. Ну нифига. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Лишь бы не перевернуться на нем. Вы что, реально думаете, что я буду сдаваться, а? Вы что, совсем, что ли? Вы совсем с ума там посходили, ДПСники? Они куда-то сообщают кому-то. Так, во, опять поперли за мной. Только не это, только здесь не пробка. Надо разворачиваться. Надо разворачиваться, но мне здесь негде развернуться. Здесь очень узко все. Блин, где же мне развернуться-то? Так, тихо. Тихо, 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 тихо. А! Тихо, 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 прям сейчас. Офигеть. Ха-ха, наехал просто на их машину. Так, толкаем, толкаем. Не, не могу, не могу столкнуть. Назад, только назад надо ехать. Блин, они зажали меня сейчас. Пацаны, меня сейчас возьмут. Расталкиваю копов. Расталкиваю. Ни хрена себе они палят, как по мне. Так, давай, давай, взад, взад, давай, взад. Вперед теперь, вперед, 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 вперед. Давай, выезжай, выезжай, автобус, собака сутулая. Давай, 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 вперед, 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 вперед. Пошел, 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 пошел. Идите в задницу, идите отсюда, блин. Это вообще мой дом. Мой автобус, мой дом. Опа, опачки. Офигеть просто. Автобус убили просто нахрен. Просто автобус убили. Так. Давай, давай, давай. Валим, валим отсюда. Валим от Седова. Опа. Новый, новый автобус, пацаны. Новый автобус, он мне нужен. Так, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Все, сейчас отвалим от них. Все, немножечко сделал пробку здесь. Можно дальше валить. О-хо-хо-хо-хо, вот это было жестко. Это было реально жестко. Блин, так же жестко, как вот эта пробка спереди. Блин, да вы дайте мне проехать-то, а? Все, все, пробочка рассасывается, я пошел. Я попер дальше. Главное, что пробочка рассасывается. В принципе, на автобусе можно сваливать.
Ну почему вот так постоянно? Почему ты... Ты пытаешься стать законопослушным. Пытаешься нормально, честно работать. И они берут и сами на тебя вот так вот агрятся. Так. О, пазик. Пазик. Пазик, мне нужен пазик. Чувак, мне нужен твой пазик. Вылез нахер отсюда. Вылез нахер. Чё вообще происходит? О, все нормик. Ё-моё, да... Мне чуть башню не разнесли они. Полицейские. Доблестные. Наши доблестные полицейские. Так. Тихо, разворачивайся. Чё, тараним их или как? О, вообще на изи просто. Я их переворачиваю на изи. Бам! Все, уходим. Парни, уходим. Так, может в лес? Уходим в лес. На пазике. Ну что, водитель автобуса, ребят. Я водитель автобуса теперь. Полноценный, мне кажется. Только аккуратнее, не перевернулся бы он какой-то вообще неустойчивый. Тихо, 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 чуть не перевернулся. Тихо, твою мать! Вот это уже не смешно. Переверните меня, пожалуйста. Переверните меня, давайте, мусора, переверните. Так, меня сейчас возьмут. Надо валить, валить надо нахрен. Вали, вали, давай, валь. Все. Все, пацаны, меня, короче, завалили. Серия на этом будет заканчиваться. Если понравилось, ставьте большой палец вверх, пишите ваши комментарии. С вами был Механик, и всем пока.